Мы хотим это передать, ну, наверное, вашей жене. Да. А они сейчас будут ездить. Да. Да, это вашей жене. А это на ваше усмотрение. Хорошо. Главное не перепутать. Она не перепутает, да? Да. Давайте мы воздадим славу нашему Господу. Давайте мы должны быть на нашего архиепископа. И с его позволения мы благословим. Наш святой Отец, обращаемся к Тебе, как Твои дети. Мы молим за Твоего Сына, которого Ты избрал от рождения. От зачатия Ты знал Его, Господи, Ты осветил и поставил Его в Твоем доме быть управителем и служителем. Дабы имя Твое было возвещено среди народа во имя Иисуса. И мы благословляем имя Твое в жизни архиепископа. Мы благословляем имя Твое в его личной жизни, в его семье, среди его детей, среди его внуков. Мы благословляем Твое святое имя в том служении, на той церкви, на той общине, которую Ты, Господи, поставил его служить, Отец, во имя Иисуса Христа. Мы молим о том, чтобы Ты могущественно и сильно использовал все внутреннее дарование, которое Ты возложил в него. Для того, чтобы Твое имя, Господи, распространялось ради спасения тех, кто будет встречаться на Его пути. Пусть реформация происходит, Господи. Ибо в свое время Ты нашел Мартина Лютера. Сегодня Ты нашел архиепископа Сергея. И мы молим, чтобы мы увидели эту реформацию в нашей стране. Реформация возможна. И мы верим, что если Ты смог реформировать его, Ты сможешь реформировать все православное сегодня, чтобы они не были ортодоксией, но чтобы они стали по-настоящему верующими в Тебя, жаждущими встречи с Тобой. Пусть это покрывало смерти, оно снимется Христом, потому что, Господи, только Ты можешь это сделать. Благословляем нашего брата, благословляем архиепископа и благодарим Тебя за великую честь сегодня служить с ним одному, великому нашему Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Да будет слава в церкви. Аминь. Аминь. Давайте воздадим славу. Еще раз спасибо. Еще раз от меня, от моей жены, да, от всего дома Григоряновского. Да. Дети, когда узнали, что вы будете у нас, они: папа, передайте ему нашу любовь. Мы все вас любим. Спасибо большое. Бог да благословит. Спасибо. Давайте присядем. Вы можете побыть.